Здравствуйте, соскучились по моим роликам? Можете не отвечать, если вы смотрите данный ролик, видимо, соскучились. Кстати говоря, спасибо вам за такой активчик, который вы проявляете. Огромнейшее вам спасибо. 10к чизеров, набрать не так уж сложно, а мне приятно. Ну и это, перед началом ролика рекламка, и поехали к просмотру ролика. Хватит платить большие деньги за игры. Покупай их на торговой площадке GGSell. Minecraft от 9 рублей, Fortnite от 15 рублей, CSGO от 50 рублей. 1000 продавцов и магазинов соревнуются за самую низкую цену для тебя. Заходи, ссылка в описании. Кстати говоря, на сайте GGSell есть конкурс, в котором вы можете поучаствовать и получить какие-нибудь призы. Не пропустите. Всем приятного просмотра. Так. Где же я на этот раз заспавнюсь? Я заспавнюсь где-то ночью. Ночью, вау. Ночью там, где надо. Там, кстати, бомж какой-то бежит. Я бы побежал как минимум к аутпосту. Там очень неплохое такое место. У меня тут изучено много всего. Берданочка, ракетница. Что за магазины? Ну такое. Rocket Launcher. 3500 металла. 39 МВК. За бобовку. Знаешь, куда ты можешь себе эту бобовочку-то припихнуть? То есть, ну, вы поняли. Hello, bro. I just spawned. I'm new player. Don't worry. Доширак. Да ты же русский, алё. Speak Russian, my friend. Ты русский, я понял, алё. Господи, ты напугал. Куда путь держишь? К другу. А где твой друг? О, друг мой где-то на G8. Понял, а что он там делает? Да, мы просто сейчас соединимся и будем фармить. Слушай, ну... Тактика, в принципе, очень даже неплохая. Соединиться и фармить, это прям неплохо. В общем, знаешь, я построюсь где-то... Ну, не знаю, мне нравится место возле аутпоста, где-то на P10, допустим. Да, P10, P14, где-то там построюсь. Если встретимся... А, ну тогда ладно. То окей. Тогда будем это... Не будем друг друга убивать, мы друг друга резко будем скидывать. Окей, без проблем. После этого наши с ним пути разошлись. Я увидел магазин, где продается арбалет за 500 камня. Решил его нафармить и отправиться за покупочкой. Арбалет в хлам сломаны. Да не, ну... Это как-то неправильно. Я как раз там хотел дом строить, но скорее всего я построю где-то снизу. Потому что здесь вот такие вот домики, это с одной стороны как бы неплохо. Кланы я люблю. Но с другой стороны, это, скорее всего, ну как бы один день и ты выселен. 3 кабанчика. Сори. Как бы не хотел я вас убивать, но мне нужны ваши кости. Я бегал и искал место для постройки, как вдруг наткнулся на такой замечательный домик, где не было шкафчика. Скажите, что тут нет... Тут нет шкафа. Тут есть топор! Ничего себе! Ё-моё! Так я забираю этот дом себе. Вот это хороший подгон. Судя по звуку, с крыши стрелял. О, плюс револьвер. А где ревик? Как бы мне его ревик забрать сейчас? Блин, там на крыше руфкемпер. С питоном. Походу, у меня жопа. Давай, калашист. Пулемет. Пулемет. Я, пожалуй, побежал отсюда, пацаны. Оставьте ревик себе. Не.
Нет! Не убежал. Вот такая вот первая встреча с моими соседями. Да уж. Хорошее знакомство. Это что, турелька была? Ну меня-то за что? Ну убивай ты их! Походу этих пацанов начали напрягать. Не, ну я как бы должен помочь этому калашисту, да? Так, пацаны, успокойтесь, я всего лишь спер Иоку. Она вам явно не нужна. Эти пацанчики лезут к калашисту. А калашисту я должен помогать. Хм. One guy do camp you, my friend. Привет, красавчики, как ваши дела? Так, пацаны, мне патроны нужны. Время сваливать. Где у нас тут спуск? Не, ну я как бы мастер своего дела, да? Ну, в принципе, неплохо. Двушка есть. Так, у меня где-то картечь была, да. Отлично. Походу, там кого-то рейдят. Вот смотришь в мои ящики и видишь, что чего-то в них не хватает. Где мои пушки? Я играю уже полдня, почему я бомжара? Не, ну это дело надо исправлять.
Пожалуй, я домой. Не-не-не, чувак, давай-давай без этого, мне эти берданки нужны. Дурак, что ли? Ну нафиг, я домой. Вот так вот я выбил свои первые пушечки. Но целью у меня были эти соседи с пулеметом, поэтому я бегал и искал, фармил. Так, дропчик, ты мне нужен, я должен тебя успеть залутать, надеюсь, тут никого нет. Ну, по идее, я никого не вижу, в принципе. Ты чё так пугаешь меня? Не, ну походу я все равно сдох, у меня кровоток и бинтиков нет. Отлично. Странным образом аирдроп еще стоит. Батяра, ты что тут делаешь? Патроны, ну... такое. Ну, походу, его кто-то залутал уже. О, эти трупы не тронули. Плюс берданка. А мой? А мой трупчик, походу... Ага, мой трупчик залутали. Ну ладно, в принципе, я не в минусе. Братишка, ты ко мне идешь? Что, ты меня пофармил? Мало ты меня пофармил. Какой интересный домик. Ну его уже пролутали 300 раз. Фу, а ты что тут сидишь, дядя? Спасибо за дерево. Зато буду знать, где стоит третий верстак. Ты, походу, напарник первого, да, которого я убил? Ресурсики, ресурсики, ресурсики. Но 32 зажигательных патрона, это очень даже неплохо. Спасибо. А где твой ревик? А вот и он. Поехали домой. Потихоньку я забивал свои ящики различным барахлом, но у меня по-прежнему не было калашей, а они нужны были мне очень сильно. Походу эти пацанчики что-то там рейдят. Надо бы сбегать. Ну, а сейчас как бы вернусь к вам, да, пацаны? Эти пацанчики, походу, отсюда уже свалили. Да, свалили. Тут ничего такого не осталось. Топорик. И слипер. Пойду-ка я их забайчу. Они ж по-любому сюда будут возвращаться, нет? О, плюс берданочка, спасибо. После я увидел, как неподалеку от меня начали рейдить. Я спрятал смолстэшек и весь лут, который я награбил, и отправился туда. По-моему, рейдят вот эту вот фиговину, которую я вижу, да? Скорее всего, да, тут потому что больше нечего рейдить. Ух ты. Походу, кто-то умер.
Нифига себе, пацан, ты видишь. Ух ты. А вот и та самая болтовочка, которую я не залутал. У меня как бы 3 патрона есть, да? Ты-то у нас куда собрался, дружок? Далеко? И ты держи. Не, ну с этими пацанами я ничего не сделаю, их очень много. А у меня всего лишь болтовка и даже хила нет. А вот того полутать, наверное, я смогу. Надеюсь, меня никто в спину не жахнет. GG, noobs. О, почти попал. Там еще какая-то бомжара сверху бежит. А вот и он. Нифига себе ты, бомжара, с СМГ-хой выбегаешь. У него еще и граник был. А что в нем заряжено, мне интересно? Хаешка. О, бомжик какой-то лутается. Но я как бы тебя убивать не особо хочу. Я тебя не хотел убивать, честно. Как бы мне теперь это все донести домой? Неплохо так поднимаемся, на самом деле, с болтовочки и 3 патрончиков. Опа. А кто это там на крыше сидит? Я, конечно, не эксперт, но, по-моему, там чил-зона какая-то. Пацаны тупо отдыхают. О, ты русский. Здорово. Как дела? Слушай, а ты это можешь что-нибудь продать по оружию? Просто типа только зашел, у меня оружия нет ничего. Эй, сера, металл. Дом, милый дом. Наконец-то я донес этот лот домой. Да, еще и с кипарем каким-то познакомился. Жаль, у меня микрофон не работает. Нормально ты так с крыши постреливаешь. А вот и эти 2 красавчика, да? Что они там делают? У одного топ-сет, у другого антират. Ну, в принципе, как бы шансы есть у нас, да? О, родился!
походу шансов нет. Наконец-то я выбил этот чертов калаш. И так как я живу недалеко от космодрома, я слышал, как взрывали танк. И решил сбегать туда, почему бы и нет. Привет, пацаны. Опача, а почему это у меня с палки в доме нет? Не понял. Домик вроде бы стоит. Так меня зарейдили. Окей. Окей. Да, не успел я выйти с сервера, как вдруг меня зарейдили. Но расстраиваться не стоит. Вайп уже совсем скоро, и я успел все поизучать. Надеюсь, вам понравился данный ролик и вы оставили свою оценку. Ну а с вами мы увидимся уже совсем скоро. Всем пока.